Ну что, люди, Сандрес, всех приветствую. Мы продолжаем проходить Star Wars Battlefront 2. Собственно, Star Wars Battlefront 2 мы с вами остановились вот на этом, да? То есть сейчас на экранах, в принципе, да? То я не видел предыдущую серию, там в верхнем правом углу выскочила подсказочка на прошлую серию и на прошлую серию и на плейлист с данной игрой, да, с полным прохождением данной игры. В описании тоже плейлист есть, поэтому ставьте удобнее, надевайте блядик обязательно. Приятно ты кушать, там чипичка в пить или пить воды, приятного просмотра. Мы, собственно, начинаем. Так, нам нужно за ним следовать, не отсечь, не стрелять. Дио, hook up to the TIE's computer. Scan the Star Destroyer for a way inside. What's the status of that hangar? It's packed with troopers. They cut us down as soon as we got on board. Keep looking. First Order could be the biggest threat we've ever faced. If they've already destroyed the Republic, they'll come for the Resistance next. How do we help? We board Hask's destroyer, steal any information the Resistance can use, and get out. Sure. Easy. Potential landing zone coming up. That's not gonna work. There's no room for us. That's not gonna work. There's no room for us. Delta 6, Commander Hask ordered your unit to remain on Vardos. Report. Are we Delta 6? Мы Delta 6, что докладывать? Можно нашим успехам скоро конец. Then open fire. Тогда стреляй. Может быть, удастся застать их врасплох. Alert. We have rogue ties advancing on the Retribution. Take them down. They're coming for us. Dio, find us a way in. Get creative if you have to. Shriv, it's gonna take time. So we're gonna take down these ties. I know the drill. Чисти небо, блядь, нихуя тут их. Чисти небо, то угораешь? Блять, да я рот ваш ебал, нахуй! И сюда, нахуй, ебок. Блях, очень много, ребят. Так, одного минус. Минус. Охуенно, ракета пролетела мимо. Пиздатая ракета. Нормально добрались с кайфом. Маги, раз, два, взяли. Шериф, эй.
Еще жив, да? Да. Пошли. Тут где-то должен быть компьютерный терминал. Поделимся и встретимся, когда что-нибудь найдем. Ладно, пойду один. Нужно найти бортовой журнал в центре данных на или на узле связи, что раньше попадется. Need a slice. Допустим. Тяжело. Let's go. Zap him. Done. Oh, problem. Поменять, да, все, а там то же самое. Да, здесь в принципе то же самое. Вы как поняли, для сейва больше. Ой. Добрались. Только посмотрите на это. На что это? Есть что-нибудь? Сюда. Проект Возрождения. Что? Погодите секунду. Джината, система, что-то там такое, блядь. Первый орден похищает детей и прощает их в штурмовиков. Их войско должно быть просто гигантским. Попробуй найти манифест. Это тоже. Это же крупные корабли. Их хватит, чтобы захватить всю галактику. Стоп. Что это? Дредноу первого ордена. Звучит не о чем надеживаешь. Так и есть. Генерал Органа рассказывал всякое. Все лишь слухи, конечно, но по-настоящему жуткие. Значит, нужно найти слабое место. Дил, Фёс, загрузи тележи этого корабля. Нужно передать их Лей сопротивлению. Мы не сможем покинуть корабль, пока он в гиперпространстве. У меня есть план. Найди что-нибудь достаточно быстро, на чем можно убраться отсюда. Ты поймешь, когда нужно будет уходить. Мне уже не нравится план. Удачи вам. Все, что так быстро пиздите, блядь, челики. Спасибо, челики, что пиздите так быстро. Туда добраться, охуенно. Угу.
Не ссы, дочь, не ссы, дочь. Сейчас разъебем их. Хрена. Что яичный, ребят? Second one. Ну так это ставим и... Это что, еблан, блядь? Ну, посмотрим. Тут сейчас пизда будет, ребят. Slice this. More stormtroopers. Take them down. I need healing. Thank you. Got you covered. We got them now. Riot trooper closing in. You're mine now. Ой, бля, бля, блядь, 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 блядь. Не-не, здесь нужен прям... Тут нужен... Нет, это конкретно нужен, да, этот... Щит. А то хуя здесь не поможет, здесь нужен щит конкретно. Подожди, ебать, а где нахуй? Мне он нужен. Подожди, блядь. All clear. Mike, I overheard a couple officers. The resistance found the First Order's base. They're making their attack run now. Great news, Shriv. We're almost done here. Be ready. See you soon. Zay, if we plant detonators on that generator, this ship will go from light speed to stopping in a second. Sounds dangerous. Let's do it. Let's get those detonators on that generator. I'll plan them. You watch my back. More stormtroopers. Zay, you got this? Yes, Mom, I've got this. Need a shield. Is that detonator set? It will be in a second.
Ты смеешься нахуй или что, блять? Ну что это, блять, за говнище ебаное? Хорошо, 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 долбоеб, хорошо, нахуй. Смотри, как ты сейчас на это скажешь, мне, блять. Поехали. Пизда с этим долбоебом нахуй. Heads up, more of them. How's it coming? Still working on it. Reinforcements, second level. Ну, тролль хорошо отрабатывает, тролль хорошо отрабатывает. Yep, nearly done. Disable, please. Heads up, more of them. Detonator 2 is armed and ready. Get him. Блять, ебать, все, скоро реально уже. Все нахуй. С этой игрой, блять. Легкий часовой либо турель. Ну, вообще, по идее, турель подписчик, конечно. Давай лучше турель, конечно. Ну, ёпта, может ты там это? Нет, не хочешь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, let's go, let's go, let's go, let's go, быстрее, быстрее, быстрее ставь. Да, бля! Как меня заебали эти боты. Все, пизда вам, ребятки, нахуй, меня заебли. Не по... Что это за говнище мне дали? Вот это... Не-не, хуйня это тоже. Это хуёвина ебаная. Вот это моё, блядь, давай нахуй сюда, блядь. Подожди, я просто можно переместить? Допустим, если я вот сюда поставлю сейчас. Я могу её какой-нибудь вот сюда поставить? А, я могу же перенести. Ну все, заебись. Не обязательно её мне взорвать. Не обязательно мне её взорвать, ну все. Давай, ебать, иди. Enemy backup on the way. Is that detonator set?
Блять. Чё нахуй, алё? Let's go. Иди нахуй. Как хорошо тролль отрабатывает. Так, ну чё, let's go, блин. Sorry about that. I see. А, да, защитить. You better believe it. More stormtroopers. Hey, blast this guy, please. They're shooting at me. Нет, полная хуйня. Можно турель мне, пожалуйста? Охуенно. Ты охуел, что ли, блядь? Слышь, нахуй, мальчик, блядь. До свидания, блядь. Мне похуй. Ой, блядь, ну это долбоебина этот ебаный. Ты можешь быстрее, пожалуйста? Иди нахуй, блядь. Oh,
пульт и стоишь, блядь. Спасибо, что так долго, блядь. Ну, так, спасибо. Охуенно, он будет. Охуенно. С нетом, пизда. Что мне за хуйня сейчас была вообще, блядь? Это как будто пингануло прям, пизда. Странная тема. Что, блядь? Иди нахуй, ёпта. Ну, ёпта, куда ты, блядь? А что за хуйня, блядь? Мне с этим провал или что, блядь? Понятно. Куда тебе, ёпта, нужно? Ты, блядь. Ой, ты чё сквозь текстуру-то хочешь? Ты можешь мне объяснить? Чё ей нужно туда? Disable, please. Room is secure, but it won't be for long. Dio, slice into that computer. Давай взломай быстрее. All reinforcements somewhere else. Come on. Let's set these final charges, then get to the resistance base. Find Triv and get out of here. Inferno's lost. That's the weapon bay. Say, let go. No! That's the item I remember. Bold. Что, блядь, с игрой-то нахуй? Алло, блядь. Ебанутый, что ли, блядь? Чё с игрой-то нахуй? Я вижу, что ребята идёт. У меня какая-то хуйня вообще мог... Охуенно. Пиздата, ребят. Найс. Хорош, C++. Здорово. Что, нахуй пойдешь отсюда, алё? Пиздец. Так, ладно. До свидания, ебать. Какая-то хуйня, честно, просто была сейчас залаганная, блядь. Не пойму, что это было. Прошу прощения за такое, ребят, прошу прощения за такое. Охуенно, а где, блядь, эти, нахуй, субтитры теперь? Подожди, может, я что-то не понимаю. А, теперь остановим корабль. Красиво, красиво, красиво. Смотри. Получилось? Что случилось? Эй, эй. Не, 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 не.
Ну что, мы давайте. Не надо. Слишком поздно. Слишком поздно. Эй, слушай, ты должна доставить ее сопротивление. Понимаешь? Нет, о чем ты? Все будет хорошо. Нет, не будет. Ты нужна мне. Почему ты такая спокойная? Мне страшно. Но я больше боюсь не смерти, а провала. Я верю в тебя. Послушай. Мы сражаемся, чтобы другие жили. И умираем ради того же. Понимаешь? Я люблю тебя. Блядь. Я тебя люблю. Бля, очень такая грустная сцена. Реально грустная. Хотел бы я, чтобы ты увидела то же, что и я. Блядь. Очень грустная сцена. Получается, теперь будем за дочь играть? За Зай будем играть теперь, да? Зай? За ее дочь будем играть? Хуя, с пирсингом. С пирсингом. Бля. Ну это реально очень грустная. Это очень грустная сцена. Очень грустная сцена. Реально грустная сцена. Очень грустная сцена. Соболезную. Жаль, очень жаль. Мне реально очень жаль. Это прям очень грустная сцена. Прям пиздец. Ну, получается, теперь будем за дочку играть, как я понимаю. Айден? Зей, вы меня слышите? Надеюсь, вы готовы. Нам пора уходить. Только я, Шриф. Ее больше нет. Ох. Все хорошо. Она выполнила задание. Как всегда. Связь с сопротивлением. Скажи им, это только начало. Первый орден наступает. Но у нас есть надежда. И именно она приведет нас к победе. Дикар, база сопротивления. База сопротивления, сектор чист. Первого ордена не видно. Стоп. Контакт. Свои, говорит шериф Сугард, годом 73 Тау. У нас должностные намерения. Запрашиваю разрешение на посадку, прошу, не стреляйте. Посадки отказано. Ну, я же попросил. Ждите указаний. Все будет хорошо, мы просто объясним, что случилось, и... Генерал Органа? Органа, шериф, я получил твое сообщение. Ты должно быть Зей. Прими мои соболезнования. У твоей матери был сложный характер, но вместе с ней галактика была лучше. Благодарю, мэм. Вы очень добры. У нас кое-что для вас есть, генерал. Чертежи Дредноута Первого Ордена. Передаю данные. Я немедленно отправлю их на анализ. Иди в пизду, блядь! За что эти мне диалоги, да? Они быстро пиздят. Вместо того, чтобы взять их лоб-лоб, для вас есть неотложное задание. По внешнем кольце у нас есть союзники. Нужно, чтобы... Да иди нахуй! Ты можешь помедленнее, ты, блядь, на! Ну и божьи услуги, вы согласны? Прошу прощения. Можешь рассчитывать на нас, генерал. Удачи, отряд Инферно. Нахуй, мираж, ёпта. Ну ладно, один раз заебался этой шутки, да? Ну ладно. Прошу прощения за такие шутки-то. Такое лишь мое. Возрождение пройдено. Открыты награды. Все, что ли, ёпта? Это все?
Не понял. Все, и все, и всю игру прошли, что ли? Блять, Инферно, Мираж, нахуй. Хорошая шутка, блять. Сейчас эта хуйня загрузится. Сейчас эта хуйня загрузится. Бегу по тропинке в голове, ля-ля-ля. Верю тебя, ля-ля-ля. Это, собственно, все? Это правда? Все? Подожди, давай посмотрим. 13-23. Ну. Ну, это уже чисто обыск. Сюжетку мы по факту все прошли. Все? Правда? Ребят, вот такая вот была игра. Что могу по ней сказать? Игра довольно-таки интересна. Блин, красивая. Правда, конечно, очень короткая, как по мне, да? То есть для меня прям, ну, так, чтобы я углубился прям жестко в сюжет, такого, ну, не было. Я, к сожалению, не углубился жестко в сюжет. И такого, знаете, прям... Ящиков нихуя, вообще ничего нет в ящиках, ну, пизда-то, блядь. Так, чтобы я прям углубился в сюжет, такого не было, как было в The Force Unleashed, да? В Force Unleashed мы первым проходили с вами, на вот плейлисте есть в описании, да? Там я углубился жестко в сюжет, и там прям было мне прям реально прям, ну, интересно, и в плане сюжета, да? Не в плане графики, в плане сюжета мне было интересно. Здесь мне было интересно в плане экшена. То есть каждый раз что происходит, задание хоть и короткие, но прям каждый раз прям экшен, что-то происходит, что-то новое, то есть... Ты прям не устаешь от игры, а наоборот, у тебя есть интерес к этой игре. Она очень красивая, конечно, не без багов, но в любом случае их прям, ну, не так много, скажем так. Ну, вот не так много, но они есть. Вот. Красиво. По сюжету я, как сказать, не до конца понял, наверное, эту игру. Я не прям углублялся, наверное, в сюжет, потому что, говорю, я визуально, визуально, наверное, цеплялся и за, ну, за то, что она прям красиво выглядит, и за, наверное, то, что... именно экшен, да, она красиво прям выглядит, там все прям красиво все сделано, и прям экшен сюда есть, да. Поверхностно я сюжет, конечно, понял, да, я понял сюжет поверхностно, очень, вот, концовочка сейчас возрождения, да, DLC была очень такая грустненькая довольно-таки. Вот, но игра мне понравилась, перепрошел бы я ее. Ну, наверное, да, когда-нибудь бы перепрошел, почему бы нет. Когда-нибудь просто так, чисто ради так, чтобы, знаете, вспомнить, что тут было, или просто ради того, чтобы просто перепройти, я перепрошел бы. Вот, но не более того. Один раз, наверное, перепрошел бы, но не более того. Хотя, фиг его знает. Ну, вот. В принципе, я думаю, она создавалась больше, наверное, да, для онлайна, чем для сюжетки. Ну, сюжетка, видите, все равно есть в виде каких-то заданий. Прикольно, прикольно, что ничего-то необычное, но я говорю, сюда бы, наверное, сюжет The Force Unleashed, да, в механику, ну как, механику, наверное, можно другую сделать, да, то есть получше. Наверное, сюда сюжет бы, да, сюжет и, да, сюжет, наверное, The Force Unleashed, а графику вот этой, вот этой Battlefront 2, да, если их соединить вместе, я думаю, прям охуенно получилась бы игра. Как она называется-то, блядь? Как она была? The Order Jedi? Как она? The Order Jedi? Это где там за джедай в начале играем? Ну, раз она и получилась. Вот, ладно. Такая игрушка была. Напишите в комментариях свое мнение об этой игре. Блин, мне понравилось, прикольно. Что-то необычное. Но, говорю, The Force Unleashed, если в плане сюжета рассматривать, то The Force Unleashed намного пизже пока что для меня. Намного лучше по сюжету, чем вот данная игра. Но эта игра по визуальному намного лучше. И из-за того, ну, она лучше... в визуальном плане. Она лучше в визуальном плане, что тут спецэффекты. Прям очень красиво реально все сделано. Очень красиво.
принципе, все, ребята, такая игра была. Очень прикольная, очень классная игрушка. Спасибо, что побыли со мной в этом путешествии, да. Не очень долгом, скажем так, довольно-таки коротком путешествии, но красивым. Красивым, да, и таком местами грустном и веселом, да, путешествии. То есть... Вот. Экшоновым даже вот так. Не веселым, а экшоновым. Вот. Спасибо еще раз за просмотр, ребят. Со ссылочкой в описании. Там на плейлист найдете, да, The Force Unleashed, да, первый. На Battlefront 2, да, там будет плейлист с полным прохождением. Еще на ваших экранах телеграм-канал. Там инсайды бывают, уведомления видео, чтобы вы узнавали первым, либо одни из первых, когда выходит видос. Вот. И плюс там еще бывает инсайд до моей жизни. То есть, если нет, подпишись, мне будет очень приятно. Спасибо за это делать. Ставь лайк, подписывайся на канал, тебе не сложно. Спасибо еще раз, повторюсь, спасибо еще раз, что поддерживаете меня таким способом. Подписывайтесь на канал и ставите лайк. Это для меня очень реально огромная поддержка и мотивация для что-то делать дальше. Спасибо за это делать. В принципе, все. Спасибо еще раз за просмотр. Увидимся в следующих играх. Давайте. Блядь, Адрет Инферно, нахуй. Почему не даст? Почему, блядь, не нахуй, Мираж? Ну, они пиздят. Заебали! Пойду пососу хуй, что ли.